И главное, ни один телефон не отвечает. Ни один. Не работает телефон? Телефон. Ничего, мертвый. Я за красный тогда-то, стратегический. И он мертвый. Вообще преступление уже это, вы понимаете? Вот все говорят, да нет, это неправильно, короче, у всех есть связь. Он, это вот, вот он решил, это он участвовал вместе с ними, договорился и ждал, кто победит и так далее. И сейчас продолжает это. Все это чепуха. В следственных материалах все известно. Все там. Да. Никто не отвечает. Я 30 минут возился. Проверяли телефоны все? Да. Мертвый. Я тогда понял. Значит, сволочи, что-то задумали.